Связано это в первую очередь с девальвацией тенге и повышением цен на все виды товаров и услуг. По словам председателя правкома, на сегодняшний день переговоры только начались, и пока о результатах говорить рано. Не уточняют здесь, когда и насколько будет повышение зарплат, но уверяют, работа в этом направлении ведется. Ну, пока что, как говорится, взаимной любви мы не получили. Но будем работать дальше. Мы же этот путь знаем, как это проходили. Еще ни разу не было, чтобы с первого раза или проявив собственную инициативу, правление подняло зарплату.